Привет-привет! Мы сегодня будем делать зайчик. Зайчик? А да. Кто будет делать зайчика? Егор и Алиса. А кто будет помогать? Любимая Алисина игрушка Ферби. Ну давайте приступаем. Егор, давай распечатывай коробку. Посмотрим, что у нас там. Кто там пленка? Ну, Егор пленку снимет. А вот. Пока Егор пленку снимает, а Алиса может, наверное, Ферби нарядить. Ты там браслетики Ферби, да, сделала? Ну давай, наряжай тогда Ферби, пока Егор распечатывает. Чтобы Ферби у тебя красивый был, да? Ты прям на ножки Ферби одеваешь браслетики, да? О, какой Ферби красивый будет. Так, что там Егор получается? Ой, салфетка. Так, салфетка даже там. Что там еще? Кисточка какая-то. Кисточка. Это что значит? Нужно рисовать, что ли? Да. Фреска с блестками, волшебная картина. Так, что там такое? Это очень странно, да, Алиса? Ну, это интересная картина какая-то получается. Это что там, краски какие-то получаются с блестками? Нет, это такие блестки. Это блестки, это краски блестки, наверное. Ой, это нужно. Какие-то штуки. Это нужно будет рисовать кисточкой, да? А что это такое? Не знаю, посмотри, что это такое. Ой, это блестки такие. Алиса, не открывай, не открывай. Алиса, посчитай, сколько здесь это блесток. Читай. Давай, читай, что там в инструкции написано. Алиса нам раскладывает блестки, да, из которого будет делаться картина. А Егор как раз достает инструкцию. Так. Ну-ка, что там такое? Ну что там? Ну-ка, дай я посмотрю. Нет, там как раз вот это. Дай я посмотрю, что это такое. А ты почитай пока инструкцию. Так, что у нас тут? Вот, тут вот зайчик получается. Так, что у нас тут? Прежде чем выставить без вставления, да, бла-бла-бла. Так, ну что, продолжаем делать нашу картину, да, из блесток зайчика. Ну, давай, Егор, что ты первое там будешь делать? Какую часть из какого и какого цвета? Пинк по цвету Ферби. Пинк? Да, Алиса нашла как раз блестки по цвету Ферби. Да, это не идет цвет. Да? Да, это ее. А ты Ферби-то нарядила? Да. Пока Егор там занимается картиной, а Алиса под... Ой, прям на ушки надела какие-то... Какие-то... Что ты там надела? Украшения какие-то на ушки. Браслет на ножки Алиса Ферби надела, да? Ну-ка, давай посмотрим, пока Егор там открывает часть картинки, которую он будет там блестками засыпать. А мы пока Ферби посмотрим, что Алиса сделала, да? Ну-ка, покажи нам Ферби своего. Ой, какой красивый Ферби. А там еще вон два украшения осталось на столе. Это для чего? Для меня. Хочешь для меня? Для тебя. А, ты тоже себя будешь украшать? Ну, здорово. Молодец. Алиса, короче, украсила Ферби и себя немножко украсила, да? Ну и теперь мы приступаем. Егор приступает у нас к выполнению первой части. Ой. Первой части фрески, да? Что ты там будешь делать? Я буду делать сейчас землю. Зеленого цвета? Это травка, наверное, или земля. Давай я тебе помогу открыть. Что ты там как-то запаковывал? То, что там не открывается. Не открывается? А, вот один открылся. А они одинаковые, что ли? Да. Ну, давай я это пока открою. А тут надо ножницами, наверное, отрезать. Ну, что там получается у нас? А сейчас вы будете разглаживать кисточкой. Помогай. Дай. Егор, дай, пускай Алиса тоже кисточкой потрет. Алиса, осторожненько, осторожно, осторожно делай кисточкой. Осторожненько, осторожненько. Чтобы все было очень красиво, да? Вот Алиса помогает Егору делать и Ферби на нас смотрит, да? Ha 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 ha.
Да, здорово. Ну-ка, что у нас там получилось? Сейчас. Тут блестки сами по себе приклеились. Блестки сами по себе приклеились? Да. Да, там может быть... Ну-ка. Ой, как красиво. Ну все, получается, у нас вот этот зеленый цвет уже все больше не нужен? Так, а там пробел какой. Ну тогда этот запечатай, потому что я этот открыл, чтобы он не рассыпался. Это такого же цвета, да? Угу. Так, его откладываем. Дальше что Егор будет делать? А Алиса будет кисточкой Егору помогать, да? Да. Дальше я буду... Сейчас Егор будет распечатывать краску. Давай, наверное, сверху начнем. Теперь синий. Не только сверху еще. А что там? Цветочек. Цветочек синий? Ты теперь синего цвета будешь, да? Да. Алиса, найди Егору синего цвета блестки. Вот. Давай, держи их в руке. Давай, я их пока открою, чтобы сразу уже было все открыто. А, ну Егор их тут сам откроет. Ладно, держи тогда и Егору подашь, чтобы он делал уже синего цвета. Ну, можешь сама Егору открыть. Получится у тебя открыть? О, ну все, все, держи вот так вот. Сейчас Егор, когда отлепит кусочки, липкие кусочки от картины, и сюда... Все, Алиса помогла Егору, открыла, да? Молодец. Сейчас Егор будет засыпать. А штанишки тоже сделали синие? Ну все, сейчас Алиса будет размазывать, да, кисточкой? Аккуратненько, аккуратненько. Так, ну Егор, ты аккуратней рассыпай. Тут ты что-то на штанишки больше насыпал, чем на небо. Так, дай Алиса, пускай штанишки делает, а ты все остальное. Алиса, ты штанишки делаешь? Размазывай штанишки. Ну все. Все получилось? Да. Ну-ка, показывай, еще, что получилось. Еще. Ну и на штанишках там смотри. Нет. Надо не торопиться, а подольше делать и побольше наносить. Ну-ка. Ой, красота какая у нас получается, да? Да. Так, а вон смотри, вон в верхней части около ушка, там тоже еще побольше насыпать надо, с одной и с другой стороны. А, да, вижу. Поэтому не торопись, я аккуратненько все замазывай, а потом уже стряхивай. Так, Алиса, что там у нас размазывает? Ты Ферби хвостик красишь или что? Это? Ферби стоит и смотрит, да, как Алиса с Егором делают красивую картинку про зайчика с цветочком, да? Да, он так. Будет с ним дружить. Что там дальше Егор будет делать? Морковку. Морковку? Алиса, морковка какого цвета должна быть? Оранжевая. Ищи оранжевые блестки оранжевого вот. Цвета. Давай. Ты же сама открой. Так, открыла? Нет. Не получается? Ну, сейчас Егор откроет. Все, не высыпай, а потихонечку, чтобы... Открыл. Так, ножницами, потому что так не получается. Ну, открывай, давай ножницами. А с чем тут золотой? А, вишни с чем? Так, сейчас у нас будет морковка, да? И там еще что у нас получается? Такие черного цвета, да? Штучки, которые нужно будет снять. Все. Готово. Готово? Так. Вот замечательно получается. Теперь черные штучки. И глаза. И глаза. Так, что там, Егор? Черные глазки, да, остались? Да. И черные прожилинки у морковки, да? Да. Ну и давай. Еще вот этот носик. А, носик, ободок у носика и ротика. А, и бородка. Чуть-чуть. Давай, открывай. Черные. Алиса, найди Егору черные блестки. Вот. Правильно. Найди, давай, открывай. Сможешь открыть их? Да. Пока не тут засыпает. Все. Молодец, Алиса, помогла Егору открыть. Здорово! Ты сама так умеешь открыть. Да умничка ты!
Сейчас будем, Егор будет делать глазки, носик, ротик, подбородок, да, и морковки там прожили. А ты все Фёрби красишь, что ли? Да. Фёрби такой, такая красавица будет, да? Да. Красивая Фёрби будет в блестках вся. Будет прям блестеть, да? Да. Пока Егор делает картинку, Алиса украшает Фёрби. Фёрби тоже любит краситься, да, как девочки? Да, как девочки. Как девочки. Да. Алиса нарядила Фёрби. Ой! Упал Фёрби. Ой, он весь блестит там сзади, да? Да. Надо еще на ушки и на хвостики. Ну, давай сделай. Ты какими блестками делаешь его? Синими. Синими? Да. И желтыми, и оранжевыми. И оранжевыми. Прям разноцветный у тебя Фёрби будет блестеть разными блестками, да? Ой, и ушки будут у Фёрби блестеть. Здорово. Ой. Опять Фёрби падает. Постоянно, какой он? Падает. Постоянно падает. Неустойчивый какой-то Фёрби, да? Да. Так, ну что там, Егор? И чёрный. Чёрный. Алиса тебе открыла уже. Давай, потихоньку. Осторожно там на маленькую чуть-чуть только сыпь. Так, глазки, ротик. Да, получается? И что? А, и морковочка. Алиса все Фёрби красит, да? Чтобы она была красивой. У Егора будет зайчик красивый на картинке, а у Алисы Фёрби будет блестеть. Да, и кошка. И Алиса и сама уже блестит. У Алисы ручки все блестят в блестках, да? Ой. Ой, что-то он падает. Не хочет никак. Ну ты его держи одной ручкой, чтобы он не падал. Ну что там, Егор, получилось? Глазки. Ну, черного у тебя много там осталось, так что если не хватает, ты еще досыпай. На морковке, что ли, что-то не хватило? На морковке и глазки. Ты глазки подкрашиваешь? Да. Ну, вы с Фёрби сегодня на вечеринку, наверное, устроите, да, девчачий? Девичник. Да. Алиса с Фёрби устроит, да? Язычок. Язычок. А язычок-то зачем Фёрби блестками рисовать? А? Алиса. Зачем Фёрби язычок блестками рисовать? Потому что он был красивый. Чтобы язычок был у Фёрби красивый? Да. А кому он язычок-то будет показывать? Подружкам. Подружкам? Да, маме. А, маме? Да. Ну, ясно. Так, что там дальше у нас, Егор? Ну-ка покажи-то, что у нас получается, чтобы мы периодически видели. Так, Егор там как в гравёрной мастерской, даже какими-то там палочками что-то подчищает. Да? Да. Что там у нас остается? Какие краски? Какие блестки? Так, теперь я, пожалуй, сделаю... Что теперь Егор будет делать? Какого цвета там? Теперь я сделаю так, что можно сделать? Ну, можно делать золотистый цвет, вот вокруг морковки. Потом... Нет, ябко сделаю. Все. Как там, зеленый? Зеленый? А. Смотри, какая. Ой, какой Фёрби красивый или красивая. Алиса, найди Егору зеленого цвета блестки. Вот. Ну, давай, подавай ему. Не так, ручками возьми. Открой ему, помоги. Сейчас Егор пока вот это вот все лишнее уберет с картинки, чтобы туда блестки насыпать, а Алиса откроет, да? Да. Получается? Да. О, молодец, все, Алиса Егору помогла, открыла и положила. Ну, дальше теперь Фёрби украшай. Фёрби блестящий и Алиса блестящая. Покажи-ка ручки свои, Алиса. Ой, какие ручки у Алисы блестящие, а вторая ручка? Ой, какие ручки у Алисы блестящие. А вторая ручка, ну-ка покажи. Мне кажется, у тебя вторая ручка вообще все блестящие. Ой, какая ручка у Алисы блестящая. Так, ну что там у нас, Егор, получается? Так, пока ничего. Пока ничего? Пока белый фон. Ну давай, будем ждать. Уже все. Все. Все, и Фёрби у Алисы красивый. Ой, какой Фёрби блестящий. Ты ему и что? И педикюр на лапках сделала, да? Да.
Ноготки покрасила? Да. Какой Фьорби красивый у Алисы получился. Ой. У Егора получается картинка красивая, а у Алисы Фьорби. Да? Красивый? Красивый, он весь блестящий. А сколько он теперь будет блестеть. Я тоже хочу. Ну так помогай Егору кисточкой. Так. Все. Так. Ну аккуратнее только, Алиса. Ну что получилось? Ой, какой красивый, блестящий зайчик получается, да? Пока не зайчик, а фон. Ну, фон, но все равно зайчик уже видно, что зайчик там будет, да? Дальше что будете делать? Дальше будем делать... Наверное... Золотой. Золотой. Самый лучший цвет. Ну, понятно, что самый лучший цвет. И самый дорогой, наверное. Да. Так, да. Ну, давай Алисе, пускай она открывает тогда, пока ты там смотришь и отцепляешь. Алиса, помогай Егору открывать. Какой цвет, Алиса, это? Золотой. Золотой. По-английски как будет золотой? Gold. 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 Goldfish. Goldfish. Fish – это рыба. Да, золотая рыбка. А, золотая рыбка? Да. Ну, у нас тут зайчик будет, да, позолоченный. Или что, у него фон будет у зайчика позолоченный? Да. У него будет еще футболка позолоченная. Футболка позолоченная у зайчика будет. Что, Алиса, не получается, да? Нет, этот зайчик... Давай я попробую открыть. Этот зайчик у нас богатый будет. Нам не цепан делать. Давай. Сейчас я посмотрю, получится тут открыть или нет. Потому что он мешочек запаянный получился. Не высыпался? Не, не высыпался. Да. На, попробуй открыть там. Я чуть-чуть зацепил. Получилось. Ну все, молодец. Алиса уже приготовила Егору. А я уже все. Золотые блестки. Ну все, давай. Так, какие там у нас остались еще? Что там осталось еще? Серый, белый, зеленый. Нет, и вон еще какой? И пинг. А серый как по-английски? Грей. Грей. А белый? Классно, сколько у нас еще золота осталось. Вай, правильно. Ну, закрывай, потом еще пригодится да. Куда-нибудь. И золото наше. Да, золото. Золото всегда пригодится. Так, Алиса Егору помогает кисточкой. И цветочек. И цветочек. Посередине цветочка. Так, молодец. Чё? Готово. Ну-ка, показывай сюда. Мы посмотрим, что там уже получается, Егор. Ой, какой красивый зайчик получился. За фон у зайчика получился. Так, что дальше будем делать? Дальше мы будем делать... Его ручки, ну. Какой цвет нужен? А, так. Примерно. Вот этот. Нет. Кстати, уже что такого цвета нету? Ну, он, наверное, серый. Там вместо там голубое, а это будет серый. Да, лапки же у зайчика и ушки серые должны быть. Поэтому серый цвет. Алиса, открывай Егору серый цвет, да? Егор пока готовит под серый цвет. Помоги. Помочь? Ну давай, опять не получается? Нет. Опять тут пакетик запаянный. Давай будем его открывать. Сейчас мы его откроем, пакетик. А я уже все вам уже приготовил. Уже все, и ушки, и лапки, да. И верхние, да. И нижние. Да, уже все. Сейчас. На, Алиса, пробуй Егору открыть. Держи, открывай. А дальше мы будем делать розовый цвет. Так, Алиса тебе открыла. Это хоть серебряный. Ну, да, серебристый, серый. Раз есть золотистый, нужен еще и серебристый, да? Да, я вот
тоже поэкономлю. Так, Алиса, подожди, сейчас Егор насыпет, а потом будешь размазывать. Я тоже буду его экономить, потому что серый не нужен. Да, серебро тоже дорого стоит. Все. Так, что там? Все, и все. Подожди, подожди, Алиса, еще лапки и... Так, лапки и еще ручки у зайчика. Ручки у зайчика ручки тоже. Я забыла. Так я же тебя спросил, ты сказал, сделал. Да, я слышал. Я хочу тоже. Ну, Егор, дай, пускай она ушко сделает. Ой, какая злючка. Алиса, на ушки, на ушки. Да еще не готово, там смотрите, что-то ушко у вас. Глазки. Получше делай, Егор, получше, разве то ушко будет. Сейчас ему же лапки теперь. Давай. Серебро может таки закончиться. Где? Только бы нас все. Ой, он уже зацелился зуб зеленый. Так, и получится там какой еще цвет? Розовый. Так, ну что, щечки Егор делает, да? Которые забыл сделать, когда морковку делал, потому что они такого же цвета, как и морковка, да, получается? Угу. Все, все, все. И получается, что у нас? Останется цветочек, да? И щечки, и ушки. Да, да? И все. Или там белого цвета еще нужно быть. Тоже. Ну, тут аккуратненько нужно сделать, пусть Егор сделает. А сейчас, когда розовым цветом будете делать, Егор будет делать, он тебе даст. Хорошо? Найди Егору розовый цвет. Вот. Давай, открывай его. Остался розовый. Остались лапки. И белый. Да. Ну, а белый это что, белый? White. Белый white, да, по-английски. Это полосочки, что ли, белые получаются? Да. Должны? Ну, делай тогда розовый. Алиса тебе как раз его сейчас открывает. А полосочки надо делать? Ну, я не знаю, смотри. Не обязательно, да. Это ты сейчас что делаешь, лапки? Да. Не могу. Опять не можешь. Ну, давай, будем. Пакетики так запаяны сильно. А, тут их отрезать надо. Да, но не все. Все, открыл ушки. Да! Сейчас, подожди, я тебе помогу. Ой, я забыла еще. Открыть ему как эту мордочку. А, помогай, открывай. Ну, конечно, мордочку тоже ему надо делать. Розовым. Там цветочек. Ой, Алиса. Я подняла. Молодец. Я сама так могу. Да. Алиса, давай Егор откроет. Да. А пока. Ты пока белый, да? Да, я пока белый. Потому что я пока не помогу открыть белый цвет. Вот это не сапариный. Алиса, белый пока не надо открывать. Тоже чтобы будет. Раньше времени не рассыпаться. Как песок. Да, как песок белый. Так. Кисточка. Егор заканчивает делать зайчика, да? Да. Алиса, помогай кисточкой. Вот. Ой, ушки. Ушки помогай. Мордочку, ушки. Все, всем готово. Так, ну-ка покажи. А цветочек почему там розовый, а посередине там желтый, да? Да. Золотистый? Да. Ой, ну, сейчас. Дайте-ка. Так, вот этот. Сделаем еще. Что? А то у него зубик какой-то грязный. Так, ну а что там, вот эти вот полосочки, получится их поснимать, чтобы белым? Можно поснимать, но это не обязательно. Или можно так оставить? Вот так.
ручной. А белым тогда не будем, потому что и так красиво. А белым можно, можно делать, можно не делать, да? Егор не хочет. Так, а носик почему у зайчика белый остался? Он тоже должен быть красненький, как щечки. Про носик-то забыли? Сейчас я защищу. Белый. Чуть белый. Нет, носик-то не белый, он красный нет, должен нет. быть. Не носик. Не пинг, а белый. А куда ты белый хочешь еще? Вот тут вот для его, как его там, это называется. Для зубок. Для зубок. Для зубов. Для зубов. Это как сахар. Как сахар. Как сахар. Красота какая, да? Давай, делай носик теперь красным. И все, и картина будет у нас готова. И носик надо немножко. И носик, да. Да. Носик, какого цвета там у зайчика? Оранжевый. Как морковка опять. Как морковка опять. Как морковка? Да. Мы все у морковки забыли. Я только думала, морковку есть, что с ним. Так, ну-ка все, показывай. Та-дам-та-дам-та-дам! Какая красивая картинка получилась у нас, да? Да. Картинка «Зайчик из блесток». Да, зайчик с морковкой и с цветочками. Смотри. Ну что, мы в рамку-то будем вставлять? Угу. Давайте сейчас рамку найдем и вставим. Вот. Так, в рамку будем вставлять, да, картину мы решили. Давай, вот тебе рамку мы нашли. Давай, вставляй. Так, ну-ка, покажи, как ты вставил. Вот так. Да, все правильно. А белого нет, посмотри. Это серебристый, не рассыпались. Вот так вот, вот так. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот и вот так вот. Вот эту штуку отгибаем. Ну, это потом куда-нибудь поставим. Ну-ка, что получается? О, в рамке получился. Какой красивый зайчик с морковкой, да, получился у нас? И рамка даже красивая. И рамка, да, красивая. Вся блестка. Ага. Ну, это потом рамку протрешь. Красивый зайчик у нас получился в рамке, да? Ну что, Егор с Алисой сегодня хорошо потрудились, да? Сделали такую красивую картинку. Алиса умеет делать снег, ну-ка покажи. Какой красивый снег из блесток, да? Ой, здорово! И Алиса вся, ну-ка ручки покажи свои. У Алисы все ручки, о, все блестящие. О, снег, Алиса. О, снег какой получился, снег, да? Снег. Ну что, снег. Всем говорим пока-пока. 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 Егор, Алиса, еще пи. Да, молодцы. Всем пока.